Всем привет, ребята! С вами Вин Blast Beat, и вы, наверное, уже догадались, о чем я вам хочу сегодня рассказать. Для начала я хочу показать, где это находится, а это именно фабрика Meinl, Meinl Cymbals. Она находится вот в таком живописном месте под названием Guttenstetten. Здесь, кстати, протекает речка, и недавно ребята ловили рыбу. Но я сегодня не об этом. Я хотел рассказать о своей цели визита на данную фабрику, на которой я бывал уже не раз. И миссия моя, она, как сказать, она очень важная. Потому что я посещаю данную фабрику уже в который раз для выбора тарелок из множества, которые я сейчас покажу. И все это делается для вас, ребят. А те тарелки, которые я отобрал для Blast Beat. О, кстати, вот он я. Привет. Привет. Это Meinl. Это фабрика Meinl. И сейчас мы попросимся, чтобы нам открыли двери. Вот. А на эти тарелки наносится лазером логотип. Спасибо. Наносится логотип лазером. И данные тарелки исключительно серии Byzance или Byzance, как кому угодно, скоро появятся в Blast Beat. Ну вот мы находимся в офисе. Вот так выглядит офис. Здесь очень-очень много всего. Очень много всего. Очень много всяких тарелок с автографами артистов. И вот мы заходим в Святая Святых. Это склад для как раз отбора тарелок. Тарелки ручной работы. Производятся они в Турции, а затем в Германии. Проходят контроль качества. И наносятся логотипы. И, собственно, кое-что, возможно, отбраковываются немцами. Вот, все лучшее остается. А самое лучшее... Для российских барабанщиков в данном случае выбираю я уже в который раз. Ну вот покажу вам еще. Вот здесь тоже офис, но не могу показать. Я уже показывал в каком-то видео. Посмотрите, какая красота. Здесь очень много почетных музыкантов, автографов и первые тарелки, которые производила компания Meinl. Ну так вот. Еще раз вернемся к Святая Святых. Вот такой вот некислый абсолютно. Это не склад, это не основной склад. Основной склад находится рядом. Рядом находится еще огромный логистический центр. И тарелок там огромнейшее количество, которые стоят на отправку во все страны мира. Вот. Но в данном случае это как раз вот такой зал, специальный зал для выбора тарелок. Очень много серий. И сегодня я отобрал для вас... Сейчас покажу, сколько тарелочек. Ага, вот еще. Здесь у нас серия Pure Alloy. И сейчас я покажу, сколько я отобрал Byzance. Ну, вот такая стопка. Тут находится примерно, ну, в районе 100 тарелок, я думаю. Где-то это еще не все, конечно. Вот, в заказе будут другие тарелки, еще других серий. Вот, и... В этот раз я привезу относительную новинку еще, да, мало кто знает, что у Meinl относительно недавно появились офигенные палочки из американского ореха и канадского клена, также перкуссионные палочки, малеты, вот, и я привезу несколько образцов, они будут в Blast Beat, ими можно будет херачить, катать их, исследовать и так далее, и в скором времени они также появятся в Blast Beat. Вот, засим откланяюсь. Вот, ожидайте данные тарелки в скором времени в Blast Beat. Я хочу сказать огромное спасибо компании Meinl за теплую встречу, как всегда, за весьма дружеское и уважительное отношение к драмшопу Blast Beat.
Эти люди реально ценят и говорят о том, что, ну, не только они, о том, что драмшоп постепенно, Blastbeat становится драмшопом мирового уровня, учитывая тот ассортимент, который у нас представлен. Ну, ребят, всем пока. Вот, еще раз покажу, какой вид открывается на такую стандартную немецкую деревушку, леса, луга. И тарелки Byzance от Meinl. Всем пока, ребят. До скорых встреч.